Приветствую вас, друзья, на канале «Антикварная Кубань». Миф, который прочно засел в нашей голове, что все русские ходили в лаптях, пожалуй, уже не истребить. Откуда он пошел? Неужели опять тлетворное влияние Запада? Уверен, многие из вас, дорогие мои зрители, будут утверждать, что ношение лаптей было в прошлой жизни России среди крестьянства распространенным явлением. Сколько старых фото, даже старой кинохроники дошло до нас, на которых запечатлены крестьяне в лаптях и анучах. Вы в это верите? Нет, я не говорю о том, что лаптей никогда не существовало. Но если бы мы спросили наших стариков, в чем в детстве бегали они на улице летом, в чем ходили их родители или деды, то услышали бы простой ответ. Босиком ходили или бегали? Не в лаптях. Можно ли представить такую обувь у крестьян, выходящих в поле? А вы когда-нибудь были на колхозных полях, еще в СССР, в кирзовых сапогах или обычных кедах? Даже если бы на поле не было грязи весенней распутицы, а была сухая почва, ноги в лаптях, через какое-то время впитывая пыль и смешиваясь с потом, вскоре просто загнивают. Так выглядит упорная работа в поле в обычных кроссовках. Посмотрите фото. Постоянная грязь окончательно бы уничтожила ноги любого человека, плюс воспалительные процессы от застуженных ног. А как же факты из фото или кинохроники? Да, в нашей истории были периоды, когда крестьянству было особенно тяжело. Еду не всегда можно было увидеть на столе, какая тут обувь. Приходилось как-то выходить из положения. Эти факты так поражали фотографов того времени, что они и запечатлевали такие моменты. Даже самые бедные крестьяне всегда старались носить обычную кожаную обувь. В конце 19 и начале 20 века была популярны простые солдатские сапоги, которые крестьяне часто выменивали у военных за провиант. Факты такие есть в истории. За это командование часто наказывали солдат. А вот основное применение лаптей было в домах. Как сейчас мы носим простые домашние тапочки. Иногда выбегаем в них во двор, на улице. А некоторые индивидуумы умудряются сбегать и в магазин. С древности и по наше время на территории России всегда носили кожаные сапоги. Сырья для обуви всегда хватало. Мы были не только земледельцами, но и скотоводами. Так что ношение всеми русскими крестьянами лаптей не больше, чем миф. Ну а что думаете вы, друзья? Напишите в комментариях. Поддержите наш канал подпиской, лайком и репостом. Наш канал для думающих людей.